Каждое погружение, испытание, чтобы Яна Костина смогла спуститься на воду, требуется специальное оборудование и помощь инструктора. Девушка – инвалид с рождения, но это не помешало ей стать 15-кратной чемпионкой России по плаванию. Добиваться результата помогают ежедневные тренировки, но иногда бороться приходится даже за право посещать бассейн. По словам девушки, в начале месяца директор спорткомплекса, расположенного неподалеку от дома Яны, отказался продавать ей абонемент. Он сказал, что Яне нужна отдельная дорожка, а у меня для Яны нет свободной дорожки. И вообще нам еще и в отделе продаж сказали, нет возможности продать абонемента, потому что бассейн перенасыщен, полно посетителей. Это первое, что говорилось. Второй день ничего тут такого нет. По словам Костиных, отдельную дорожку Яна для себя не требовала и была готова посещать бассейн на общих основаниях. Абонемент спортсменки все-таки продали. Это обычная проблема, которая должна решаться обычным путем, путем переговоров. И она вполне может быть разрешена, если эти обе стороны найдут компромисс. Одна сторона минимум извинится, вторая сторона примет извинения. Обе стороны должны четко понимать, что они живут в обществе. И в этом обществе есть некоторые законы взаимоотношений, законы взаимодействия, в конце концов, моральные какие-то вещи, которые нужно просто соблюдать. Мы в настоящее время разбираемся, да, с руководителем учреждения. В любом случае к нему будет наложено дисциплинарное взыскание. В течение многих лет вопросы Яны Костиной, которые она ставит перед министерством, решаются всегда положительно. Во всех ее проблемах мы всегда старались ей помочь. В бассейне, который ближе всего к дому Яны, она может тренироваться хоть каждый день. Для посетителей спортсменка пример упорства и целеустремленности. Короче говоря, я следую ее примеру восстановления. Да, что вот она просто вот для меня, вот такая девочка, это я не знаю. Для меня она просто вот является, ну, олицетворением, что можно себя поддерживать в тонусе, в таком состоянии. Здесь Янино место. Мы снова здесь оказались, и мы уже сейчас никуда из этого бассейна не уйдем. И некуда, и не надо будет уходить. Я думаю, что все наладится. Яна Костина не перестает тренироваться. Девушка уверена, спортивный характер поможет добиться самых высоких результатов. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, события.